София, родившаяся в 1657 году, была шестой из 16 детей своего плодовитого отца. Но недаром ее имя по-гречески означает «мудрость». Маленькая царевна с юных лет отличалась любознательностью. По ее настоятельным требованиям ей выделили персонального учителя. По счастью, им оказался русский ученый и первый профессиональный поэт Симеон Полоцкий. Под его руководством Софья овладела грамотой, иностранными языками, начала интересоваться историей. Из книг, хранившихся в царской библиотеке, она узнала, что в мировой истории встречались монархи женского пола. Рассказами о деяниях английской королевы Елизаветы девочка зачитывалась.